День добрый, с вами Смирнова Ирина. И сегодня мы поговорим о том, как пользоваться ноутбуком без компьютерной мыши. Ноутбук изначально снабжен манипулятором, который называется тачпад. Тачпад очень похож на действие манипулятора компьютерная мышь. Он состоит из сенсорной области и двух клавиш, левая клавиша и правая клавиша. Внешний вид манипулятора часто отличается на разных ноутбуках, но основные действия практически у всех тачпадов одинаковые. Итак, тачпад имеет левую кнопку, которая аналогична левой клавише компьютерной мыши. Этой кнопкой вы можете выполнять как двойной клик, так и одиночный клик. Правая кнопка тачпада соответствует правой кнопке манипулятора компьютерная мышь. При использовании этой кнопки на экране монитора появляется контекстное меню. Сенсорная область работает таким образом. Вы аккуратно укладываете пальцы руки на сенсорную область тачпада и, передвигая по поверхности, наблюдаете за передвижением указателя мыши на мониторе ноутбука. Выбрав какое-либо действие, вы выполняете двойной или одиночный клик левой кнопкой тачпада или правой кнопкой тачпада, в зависимости от выбранного действия. На сенсорной области тачпада вы можете проводить действия, аналогичные действием левой кнопки компьютерной мыши или левой клавиши тачпада. То есть вы можете выполнять одиночный клик, который будет соответствовать действиям левой клавиши, или двойной клик. Перемещая пальцы по сенсорной области тачпада, вы указателем мыши выбираете необходимую область и, делая одиночный клик, выполняете действие левой клавиши тачпада. Сделав по сенсорной области двойной клик, вы точно так же выполняете действие двойного клика левой кнопки. Немного потренировавшись, вы очень быстро освоите работу с манипулятором тачпад ноутбука. Но также вы можете работать и с компьютерной мышью на ноутбуке, просто подключив ее к ноутбуку. Всего доброго! С вами была Смирнова Ирина. До новых встреч!